капитализм напрямую вредит нам и нашим детям. Советские идеи все-таки очень глубоко живут в нашем обществе. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Вот скажу свою пенсию, 8700. Вот скажите, на что ее может хватить? Вот ни на что. И последняя добавочка, ну, может быть, рублей 18, но это не смешно. Да лучше вообще никто не дают. Хотела Медведеву отправить это, ему на бедность, ну, как бы. Уже не смешили бы людей, а то на Украине плохо, везде там плохо пенсионеры. У нас прямо живут, задыхаются от счастья. 8700. Денежки-то есть? Денежки есть? Нету, нету моих денег. Мы не говорим сейчас, мы призываем не назад к социализму, а вперед к социализму. Совершенно ясно, что социализм – это будущее человечества.